Экипаж Международной космической станции вернулся на Землю буквально несколько часов назад. Капсула, в которой находились астронавты, успешно села в Казахстане. Три космонавта провели на орбите 173 дня. Им помогли приземлиться военные летчики Южного Урала. Они отправились в Казахстан с аэродрома Упрун в Увельском районе. В спецоперации задействовали свою военную технику. Военным и космонавтам пришлось выполнить в буквальном смысле ювелирную работу. После отстыковки от МКС спускаемый аппарат падает со скоростью 28 тысяч километров в час. И только на высоте 11 километров от земли распускается парашют, и скорость замедляется. Поэтому рассчитать точное место приземления трудно. Сегодня благополучно удалось вернуться на Землю трем покорителям космоса. Это россияне Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков и астронавт из Америки Роберт Шейн Кимброу. В космосе они находились с ноября 2016-го. С собой на Землю астронавты вернули частицу мощей Серафима Саровского. В спецоперации участвуют и поисково-спасательные машины высокой проходимости. Вся техника нужна как раз, чтобы оперативно найти пилотируемую капсулу с космонавтами. Сегодня будет три самолета, они выполнят несколько рейсов и останутся с нами там в расчетной точке посадки. Выполняет составом 10 вертолетов, два вертолета нас уже ожидает. Там в расчетной точке, которые выполнили облет. Значит, работа для нас не первая, работа знакомая. Весь летный состав прошел определенную подготовку.